Кирилл Валерьевич Юрков обещался пройти по пройденному. Откуда? С чистого бытия? Нет. Для себя бытия. Для себя бытия? Отсюда. Для себя бытия. С чистого бытия и я смогу. Я как раз для себя бытия и хотел дойти. Помогайте с него начать. Конечно, раз вы хотели с него до него дойти, да уже у вас как бы было в голове, как некоторое начало. Мы различили бесконечное и конечное как момент в нем. И значит, такая вот у нас картина сложилась в некоторые моменты. Теперь мы смотрим на бытие для иного, которое... Картина-то у нас на картине, что нарисовано? Два предмета или один? Бесконечное и в нем момент. Одно бесконечное целое. Бесконечное. И в нем два момента. Момент конечное и момент само бесконечное. Самого бесконечного. И вот мы, значит, вот такое понимание бесконечного, как бесконечного два его момента, ведет к тому, что бесконечное, как момент бесконечного, называется реальным или реальностью. Реально. А конечное, как момент бесконечное, называется идеально. Смотрим, как у нас в диалектике принято, на то, что мы получили. Имеем бесконечное. И на то бытие, ну, во-первых, бесконечное — это бытие. Так. Мы на него смотрим, оно есть, оно бытие. Ну, какое бытие? Значит, наличное бытие, оно налицо. И в этом наличном бытие мы пытаемся различить момент бытия для иного. Вообще-то наличное бытие — это не то, которое налицо, а наличное бытие — это то, в котором есть небытие. Нет, неправильно. Ага. Наличное бытие — это результат снятия становления. Так и по-вашему, это бесконечное снятие становления? Нет, почему? Почему тогда вы называете наличным бытием? А почему? Наличное бытие — это общая категория, поэтому бесконечное могут называть и наличным бытием, и нечто в том числе. Ну, наверное, можно называть, когда вы что-то имеете в виду, когда в нем есть отрицание. Тогда надо на это отрицание обращать внимание. А вы говорите, что оно налицо. То, что оно налицо, это, так сказать, не входит особенно в определение. Ну, не входит, да. А как бы тогда уж, если вы его используете, то пользуетесь определением наличного бытия. Определением наличного бытия? Да. Но это наличное бытие, это бытие с определенностью, да, с небытием. Почему это определение наличного бытия стало бы? Я не очень понимаю. Ну а как вы понимаете наличное бытие? То есть как результат снятия становления? Как результат-то вы теперь должны, если вы имеете этот результат, то есть про него скажите, вы берете только чей на результат. От кого? Это все равно, что Юрков – это производная от своих родителей, и все. А кто такой Юрков, ничего не надо сказать? Посредством Кирилл Валерьевич. Юрков очень умный. Что-то по поводу того, что наличное бытие это. Ну, вот мы, и в нем есть, в нем не бытие есть. И в нем есть ничто. Да? В нем есть ничто. И такое ничто, да, которое в нем есть небытие. И вот это вот бытие с небытием, которое в нем называется наличным бытием. Ну так мы его поняли. Мы так его понимали, но движение. А вы берете только происхождение. Ну, как бы у нас для этого есть отчество. Вас можно называть Валерьевичем. Это будет так, это и солидно, и это приятно, и вежливо. Вроде, вот, Валерьевич, расскажите нам, что такое наличное бытие. Ну, хорошо, вы говорите, наличное бытие — это вот это. Я больше становление произошло. Про наличное бытие, конечно, хотел сказать, а про бытие для иного. Тут вот я раньше не понял, чего мы его хватаем, именно это бытие для иного. А почему вы его хватаете, бытие для иного здесь? А здесь и не надо его хватать, когда вы говорите о бесконечном. Гегель называет для себя бытие, так, наличное бытие, в котором отрицательность, ну, отрицание. Как, вот с отрицанием, что ты и делаешь, что такое наличное бытие, в котором нет как раз этой границы, нет отрицания, снято это отрицание. Это же безграничное, можно сказать. Можно сказать, что это наличное бытие? Что для себя бытие — это безграничное бытие?
Так вот так у него прямо не говорится, но сказать так можно? Пожалуйста, да, границы нету. Потому что в чем они? Все, вот, все дальнейшее, все развитие наличного бытия, его превращение в определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие – тоже наличное бытие. Конечно, как, да, нечто. Да, и вот тут очень хорошо впал. И определение наличного бытия. Получается, нечто. Павел Павлович как раз подчеркнул, что оно это такое уже наличное бытие, которое само себя отрицало. Да, это правда. Ну, так того его нету. Его... Его нету, оно есть как то, что подвергнуто отрицанию. Это подвергнутое отрицанию наличное бытие. Так? Ну, а то есть вы-то взяли, откуда оно произошло, а надо взять как раз, куда оно ушло. То есть это наличное бытие, подвергнутое отрицанию. Наличное бытие с отрицанием. И только тогда можно понять природу и для себя бытие, как отрицание с отрицанием. Отрицание отрицание. Правильно? Это очень важно. Непонятно. Непонятно? Ну, нет. Мы вышли за границу. Где? Где? Вот когда двигались для себя бытие. Мы вышли за границу. Когда мы... Граница отрицается в бесконечном. Границы бесконечного нет уже, все. Ну, значит, нету. Как это все? Это такая граница, которая себя отрицала в бесконечном. Отрицает. Отрицала. И поэтому наличное бытие, как то, что ограничено, и то, что имеет определенность, тоже подвергнуто отрицанию. Правильно? Поэтому не так обстоит дело, что для себя... Почему бытие... наличное бытие было подвергнуто отрицанию? Определенность, ведь граница – это определенность, которая отрицалась. Определенность отрицалась. А эта определенность вышла наружу. Она, во-первых, наличное бытие стало определенным наличным бытием, а потом стало конечным. Граница уже как таковая отрицает наличное бытие, потому что это его отрицание, это его определенность. Нет, граница отрицает не наличные бытия, граница отрицает наличные бытия уже как конечные. Граница – это определенность? Как такое наличное бытие, взятое со своей монетной границей. Граница – это определенность? Да. Значит, определенность – это отрицание наличного бытия. А наличное бытие – это неотделимо от своей? Неотделимо. Значит, граница отрицает наличное бытие, как определенность. Если я отрицаю вашу определенность, я и вас отрицаю. Не так? А вы считаете, я вашу определенность отрицаю, а вы как ни в чем не бывало, тут, так сказать, сидите, как у вас получается. Вы их разорвали. А вот как раз единство с определенностью, вы же сняли различия между реальностью и отрицанием и определенностью на личном бытии? Сняли. Раз сняли, что же вы опять это все вытаскиваете, Кирилл Валерьевич? Чего вы настаиваете назад? Тогда о чем мы говорим про наличное бытие? Мы и не говорим. Давайте мы нечто тогда говорить. Это вы говорили. Давайте мы говорим. Чего вы вообще заговорили о наличном бытии? Вам... Давайте говорить про нечто. Вот мы уже говорим о бесконечном. И вы его взяли, это бесконечное, которое содержит в себе конечное. И это вот есть реальное. Вот то реальное, что есть, вот реальность уже. А этим все сказано уже. Реальность это ведь уже, если вы сказали реальное, так ясно это дело, что наличное бытие. Что вы хотите добавить тем, что вы еще сказали, что это наличное бытие? И так уже сказано, реальность. Оно реальное. Реально, хорошо, да. Да. Теперь... Но оно реальное тогда, когда мы его противопоставляем этому самому конечному как идеальному, правильно? Как момент. Ну, а мы же не, так сказать, все-таки вы целое будете брать, или только вы хотите... Целое будем брать. Да. А как целое для себя бытие, вот чем характеризуется? Вот тем, что есть какое-нибудь небытие или какое-то иное, которое есть рядом с этим для себя бытием, которое может перейти. Может оно перейти в иное для себя бытие? А что для себя бытие должно куда-то переходить? А все время до сих пор переходил, и мы уже привыкли к этому. Но, а вы там, не момент, мы в нем, был, все уже в нем был момент бытия длинного, вот это вы имеете в виду. А? В нем был момент бытия длинного. Они вот были неразделимы с бытия длинного. Если в нем был момент бытия длинного, значит, было то, не только был момент бытия длинного, а потом появилось еще и иное. И нечто иное составили то самое становление, которое, между прочим, вы вспоминали. Но вы вернулись к старому становлению, а к новому становлению. Не хотите обратиться, выступило как становление. Нечто. Когда мы нашли... А моментами этого становления были нечто.
Так это после этого, после того, как вы нашли. Характер определения, каждый из них есть определенное наличное бытие, ну, и поэтому есть качественное набытие и единство двух. И нечто в этот момент стало и единство двух нечто, из которых одно из них нечто, а другое иное, качественное иные причем. Вот. То есть мы тогда вот мы тоже берем наличное бытие, которое вы упомянули, но мы берем наличное бытие в том виде, в каком оно уже вот подошло для себя бытию. Так вот, здесь иное все время было, вот они рядом стояли, мы обрадовались, наконец-то появилось становление, в котором есть качественное набытие, два качественные иные, есть нечто, есть иное, и они в становлении, в целом есть становление, которое тоже нечто. Нечто есть становление, моментами которого есть два нечто, так? Да, да. И качественные иные. Вот. А вы спрашиваете, куда двигаться? Вот оно и а вот они начали куда двигаться. Они додвигались до конечного, до границы, так? И дальше началось выхождение за эту границу, и наши все представления о том, что можно это выхождение за границу рассматривать как переход к еще какому-то иному, мы все отбросили уже, отвергли. Отвергли. Верно? И отвергли это не мы сами просто отвергли, оно, так сказать, само уже, вот, само понятие требует другого. Другого оно уже не допускает возвращения назад. Значит, уже эта граница отвергнута. Граница отвергнута, а граница – это вот это определенность. Определенность этого нечто. И, следовательно, раз отвергнута эта граница, то вы совершенно правильно сказали. Я вас спросил, так можно сказать, что бесконечность безграничная? Вы сказали, да, безграничная. То есть такое бытие, в котором нет границы. А вот насчет того, что куда оно движется, а вы что, у вас есть какое-то представление, что есть что-то, которое не движется, я никогда вот не видел чего-нибудь, что не двигалось. А у вас откуда такое представление, что есть какая-то категория неподвижная, или что-то есть в жизни неподвижное, чтобы вообще не двигалось? Кирилл Борисович, откуда у вас такое вот, такая мысль? Это в результате изучения нашей диалектики Кружкин, Килохи, мы пришли к тому, что есть, оказывается, что-то, что не движется. Поэтому мой вопрос вполне естественный. К чему это? Куда это дальше двигается? Потому что не может быть такого. Непонятно, куда оно движется, нет. А это другое дело, непонятно. Я не говорил, что оно никуда не движется. Я сказал, что непонятно, куда оно движется. А то я испугался, что оно вообще никуда не движется. Нет, оно не исчезло, не умерло, ничего себе. Ну, раньше это движение. То есть то, что оно движется, я думаю, что мы должны это как бы принять как общую, так сказать, характеристику материи. Не движущейся материи нет. Некоторым не нравится, что мы, так сказать, то, что называется бытием, называем материей, когда мы, так сказать, реализуем ленинскую установку о том, что надо материалистически истолковывать бытие и брать как материю. Конечно, то есть в самом общем виде, если мы берем бытие, конечно, это материя. А в школе мы же все брали материю. Да, в школе мы так и брали. Некоторые уже так здорово выучились, что они уже и школьные забыли, так что это бывает. Ну вот, то есть материя, так сказать, она не движущаяся, ее не бывает. Но это общий разговор. А здесь мы это конкретно видели, что все время идет движение. Мы попытались начать с этого бытия, и сразу же, так сказать, оно перешло в ничто. И дальше все время проходили превращения. И вот, казалось бы, теперь, Кирилл Иванович, наступил хороший момент. Значит, есть такое бытие, в котором различия сняты. Так, границы нету. Между конечным и бесконечным нет же границы. Момент-то есть, но границы-то нет, как все хорошо. И вот теперь, а теперь куда оно движется? К чему оно движется? Ну, поскольку все бытия, как бы соотношение, отрицательное соотношение с собой, то да. Оно движется от себя к себе. Вот. Это очень ценная мысль. И вот интересно, что у Гегеля сама категория развития, вот если вы посмотрите так вот до конца, зачитайте на уколоке, вот так, вообще категория развития у него как бы и отсутствует. То есть он вот такой какой-то акцент на ней не делает, хотя все вот это, все движение категории в конечном итоге есть, вот как мы начали с этого бытия, так это бытие все раскрывается, раскрывается, это все движение бытия, правильно? По идее. Все это движение, то есть от бытия к себе. А для себя бытие это еще и положено, в том смысле, что оно нет такого иного, к которому оно может двигаться. Вот еще конечное могло выйти за свою границу и перейти к иному, другому конечному. А вот как только вы берете уже для себя бытие, то оно никакому другому оно перейти не может. Оно уже двигается от себя к себе, оно двигается, и поэтому это движение мы должны изучать. Вот это движение для себя бытия. А и прежде чем мы это будем изучать,
Я-то думал, что вы сейчас подчеркнете, почему оно называется так, для себя бытие. Для себя бытие, почему называется эта категория, то, к чему мы пришли. Вот это бесконечное. Вы говорили, вот мы говорим об этом бесконечном, в котором есть конечное. А почему оно называется это для себя бытие? То есть не только потому, что его так назвали, а какие-то есть основания к тому, чтобы именно так называть. Говорит, нам остается только привести аргументы в пользу того, что обычное представление соответствует вот тому, что мы... Нового нет, есть только... Да, если, да, поэтому всякое движение вообще, всякое движение, всякое изменение, оно обязательно содержит момент бытия для иного, да? А здесь это иное, так сказать, стало моментом самого этого для себя бытия, как конечное. И поэтому оно нет такого иного, которое вовне его. И поэтому оно... Даже если вы захотели бы по-другому назвать, вот нам же нужно еще людям обычным объяснить, откуда такие странные названия там для себя бытия. Вот я не случайно там говорил и останавливался на вопросе о том, почему говорят в себе бытие. Вот, для того, чтобы сказать, потому что это когда пишут люди «в», черточка, «себе», черточка, «бытие». Люди, простой человек посчитает, скажет, а с ума сошли. Чего они пишут-то? «В», черточка, «себе», черточка, «бытие». А на самом деле, когда мы говорим, мы так и спрашиваем, Борис Николаевич, вы сейчас в себе или не в себе? И в себе, и не в себе. И в себе, и не в себе. Видите, он сразу уже он пошел в движение. Да. Мы-то все в себе бытие, а он сам уже в движение идет. Понятно. Выходит. Он выделился из кружка сразу. Да, и движение туда-сюда. Вот, то есть, там много, получается, в языке-то вариантов таких, что я сейчас приду в себя, сейчас я приду в себя, мы пришли вот на кружок, пришли в себя, выпили чаю, Татьяна Валерьевна обеспечила все, и пришли в себя, и что стали? Стали равными самому себе. А дошли по дороге, были неравными. Сейчас, говорит, чай попью, буду равный самому себе. Так? В себе бытие. Или там, мне стало не по себе. Что значит не по себе? То есть не так, как всегда. Опять не равенство с собой. То есть все-таки есть смысл, чтобы эти категории не отскакивали, не уходили от нас, как какие-то дикие категории. Все-таки там Гегель дальше, вот именно в этом разделе о количестве, он возражает против того, чтобы обозначать просто символами категории. Это символы, но можно все переобозначать номерами там, или какими-то буквами. Но язык-то более мощное и более гибкое орудие, и поэтому большей мудрости мы достигнем, если мы будем брать соответствующие понятия. Другое дело, что, ну вот вы сейчас объясняли, почему для себя бытие – это удачное название. Потому что больше нет никакого другого, для которого оно могло бы быть. То есть оно как бы, это бытие для чего? Оно для чего-то, так сказать, есть? Это во-первых. Во-вторых, эта история этого названия очень сильно связана и очень широко используется в левом, так сказать, коммунистическом движении, когда говорят, когда цитируют Маркса, но вот обходится прекрасно без того, чтобы мы тут кто-то изучаем с вами долго, а и все начинают рассуждать о превращении класса в себе, класс для себя. И что под этим понимается? Что надо под этим понимать? Потому что класс для себя – это вот если мы с высоты нашего понимания будем на это смотреть, вот как бы мы на это, как бы вы это раскрыли, превращение класса в себе в класс для себя? Ну, класс, значит, для себя бытие – это бытие, которое бесконечно. Даже если рассматривать класс, рабочий класс, как бесконечный, то есть как тот класс, который уничтожит классы вообще. То есть это тот самый агрессивный класс, который на все классы нападет, и все остальные классы уничтожит. Вот они все время вооружаются и начинают восстания всякие поднимать. Понятно. Вот оказывается, что тихо-тихо в кружочке обсуждают. Представители класса. Развешивают лодку. А? Опасов, да, уничтожить. Значит, и если он будет именно эту роль выполнять, роль бесконечного, и эту выполнять, то есть осознает то, что ему нужно это делать, и начнет это делать, то бытие для себя, то есть свои эти корыстные интересы,
станут бытием для себя. То есть когда рабочий класс всех разгонит, я слышу, да, останется один. Это самый класс эгоист, этот, потому что он станет для себя бытием по-настоящему. Ну, пока он еще кормит буржуазию, он пока такой добрый, да? Он там, ну, видика, трудящийся класс кормил рабовладельцев, потом он кормил феодалов, наконец сам стал себя кормить. Вот. Ну, эти все остальные, естественно, умерли, потому что если он только сам для себя, то, значит, все остальные, они же, ну, как люди умственного труда, они же не создают ни молоко, ни мясо, ни хлеб, значит, они, естественно, вымрут, потому что они даже при своем желании начать это дело создавать, как некоторые пытаются, там, даже рабочие какие-нибудь квалифицированные, распашут какой-нибудь участок и начинают там на нем что-то там производить. Или купят три козы, рассчитают, что одна будет затраты, другая прибыль, а третья он, значит, использует на амортизацию. А потом они три козы подохли, и он, так сказать, остался ничем. Потому что вот нам надо как-то так поставить вопрос, вот этот, мы должны это, вот эту фразу, которую некоторые просто без ума повторяют, я почему говорю без ума, без соображения, что она означает. Но если люди понимают, что такое для себя бытие, вот мы остановились с вами, и у нас не очень-то еще и, так сказать, получилось гладко, да? А некоторые люди вообще это не изучают, но зато эту фразу поставляют очень легко все время. Вот рабочий класс превратится из класса. Первые эти вот слова. Да, из класса себе, класс для себя и дело хлеба. Маркс или Гегель? Маркс. Гегель это категорию такую говорил для себя бытие, а в превращении из класса себе в класс бытие для себя это вовсе не Гегель, это Маркс. И вот эту фразу Маркса, пытаясь, люди хотят без Гегеля так сказать, понимать, но и без этого они просто ее не расшифровывают на всякий случай. Просто повторяют такую красивую фразу и этим ограничиваются. Дескать, видите, мы какие знатоки. И зачем это вот столько Гегеля они изучают, когда можно просто взять эту фразу и уже на высоте стоишь. Ну вот, я думаю, что, во-первых, если мы понимаем, что такое для себя бытие, как это что, как бесконечно, значит, рабочий класс надо понимать, что он должен превратиться из класса, который думает о своих интересах, он должен осознать, что его интересы – это интересы, самые передовые интересы всего общества. И превращение всего общества в бесклассовое общество – это вот в этом смысле уничтожение классов, а не в том, что другие классы разогнать. Это есть его историческая миссия, как самого передового общественного класса. Он в этом обществе выполняет роль вот этого реального бесконечного, так? Бесконечного, да. Реального бесконечного, бесконечного как реальность. Угу. И вот превращение его в класс для себя означает понимание этой своей роли и выполнение этой роли. Если он только ее понимает, вот я осознал, что я должен делать, но делать не буду. Я для себя или не для себя? То есть в этом смысле, так сказать, можно сказать, что я для себя. Я, сказать, я знаю, что надо делать, но делать не буду, потому что не хочу. Потому что для себя. А на самом деле для себя ведь означает соответствующее действие, соответствующее изменение. То есть, освобождая, как то, что говорили классики, освобождая себя, рабочий класс освобождает все общество. И освобождая все общество, от чего он освобождает? От социального неравенства. Поэтому уничтожение классов понимается не как то, что значит он некую враждебность проявляет другим классам или слоям. Он к чему проявляет враждебность? К наличию классовому различию, к наличию к этому бытию этих различий. Вот бытие этих различий, которое противоположно природе общества, то есть по своей природе общество равных, а не общество неравных. И вот в этом смысле можем сказать, что действительно рабочий класс заслуживает внимания, уважения и поддержки и развития именно как тот класс, к которому, ну, служить которому или там брать за критерии его интересы, ну, должны все члены общества, если они думают о развитии общества, о движении общества, о прогрессе. Скажем, в этом смысле можно сказать, что вот декабристы, которые находились на этапе феодальном, но на таком этапе, когда феодализм начал превращаться в капитализм, они выразили будущие перспективы развития общества. И хотя их вот судьба трагична, как самих декабристов, но они вот явились выражением самых передовых тенденций той дороги, по которой пошло общество во всем мире.
том числе и в России. Причем очень быстро, через 36 лет крестьян освободили. Казалось, а почему тогда не повесили этого самого царя за такие дела? Он же ведь то же самое сделал, что и предлагали декабристы. Так мало времени прошло, что такое 36 лет? Ну да. Разбудили все общество. Да, не просто разбудили. Вот, они выродили те тенденции, которые уже в обществе намечались. И которые намечались не только в российском обществе, а и в других странах. Вот, то есть превращение рабочего класса из класса себе в класс для себя, это превращение его не из, так сказать, класса, который думает о том, чтобы копейку на рубль получить, то как, так сказать, ликвидировать саму эту эксплуатацию, уничтожить эксплуатацию прежде всего. Это первое, что нужно на пути превращения в бесклассовое общество. А затем ликвидировать и те социальные неравенства, которые остаются. Потому что вот некоторые очень сильно обрадовались, что построили социализм. Построили социализм – это как бы вот предварительная работа, которая нужна для ликвидации социального неравенства. И дальше, а дальше, вот, если мы почитаем литературу того времени, начиная с середины 30-х годов, и что в этой литературе? Социалистическое строительство. Еще опять что-то строили. Это кабинетная работа. Да, почему опять социалистическое строительство, а не ликвидация социального неравенства? Это ликвидация социального неравенства. Значит, на первое место должна выйти эта цель производства. А эту цель производства позабывали очень многие, в том числе и Сталин ее забыл. Хотя она в программе стоит, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. В программе партии стоит, это генеральный секретарь, а он в экономических проблемах социализма в СССР цель называет при социализме производство. Какую? Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. И то, что потом ее вытащил и вставил в программу Никита Сергеевич Хрущев, он воспользовался этой ошибкой. И эту ошибку возьмет в принцип и выбросил тем самым вообще ленинскую формулировку. Сталин-то не переделал программу партии. Вы ее никак не можете обвинить в ревизионизме, правильно? Он ревизии это не подвергал. Ну, а так получилось, что вот он эти ошибки впадал. И это еще раз просто говорит о том, что даже очень крупные люди, так сказать, вожди, имеющие колоссальные заслуги, они вот твердо удержаться на этом пути без диалектики и без понимания вот этих категорий, без понимания того, что если вы немножко измените формулировку, получите ерунду. Например, то же самое, как понимание того, что такое основной закон капитализма. Ну, у Сталина это совершенно неправильно написано. Он считается основное, это главное. Это все равно, что главное вот в здании? Ну, не фундамент. В фундаменте не живут. А живут в квартирах, так сказать, это помещение. Вообще здание делает себе то, чтобы в них люди жили, а не для фундамента. Но фундамент – это основа. Основа. Основной закон – это не тот закон, который самый главный. Это тот закон, который в основе лежит, который развивается, из которого развивается все. Как без фундамента вы дом не построите, без этого должны начать. И в этом смысле, если теоретически закладывается то, что нужно засчитать закон стоимости основным законом социализма, ну так дальше надо подчинить это. Социализм это основному закону, а этот основной закон это закон товарного хозяйства. Еще при этом, если прибавить то, что предметы потребления считаются товарами, тут получается такая двойственность. Либо надо согласиться с тем, со Сталиным, что средства производства не товары, и он очень блестяще это и четко раскрывает, что они не товары, что это есть движение формы, что это больше форма, чем содержание, что ни о каком товарном производстве здесь не может быть и речи, что в наших социалистических условиях преобразования идут не так, чтобы от одного производства к другому, а внутренние всякие преобразования. И давно уже природа этих отношений такая социалистическая, непосредственная, общественная, все для средств производства написано так, что остается то же самое прописать для предметов потребления. А предметы потребления вдруг почему-то называются товаром. И получается, что вот от этой книги Сталина идут две дороги. Одна дорога к развитию непосредственно общественного производства. Скажем, люди, которые защищали и участвовали в дискуссиях после реформы 65-го года экономической, сторонники непосредственно общественного понимания социализма, и у Ленина было только, и у Маркса, и Энгельса. Только такое понимание социализма и коммунизма. И вторая линия, что это вот товары, если это товары, но если предмет потребления товар,
Значит, государство дало работнику товар, значит, работник должен в обмен дать товар. А какой он может дать товар? Зарплату ему выдали, бумажки, и эти бумажки вернулись в государственный магазин. Поэтому государство бумажек в итоге никаких не давало. То есть эти бумажки просто вытолкнули товар. А какой товар дал в обмен тогда работник? Он дал рабочую силу. А товарное производство на том этапе его развития. Когда рабочая сила становится товаром, называется, согласно Ленину, капитализм. Хотя самое простое определение капитализма не такое. Это развернутое определение. Всеобщее товарное производство. Если это товарное производство, все. Хотя вот говоря о средствах производства, он говорит, что это все категории, такие как себестоимость, цена, это все категории, так сказать, уже совсем новые, хотя еще и со старым названием. Хотя, на самом деле, себестоимость – это на самом деле не старое название. Нет никакой такой категории себестоимость при капитализме. Какая соответствует категория? Затраты. Издержки производства. Издержки производства. Теперь некоторые думают, капиталовложение. Это что, вложение капитала? Нет такой категории капиталистической, капиталовложения. Нету. Капиталовложение – это средство, непосредственно общественное, затраченное на обновление или совершенствование средств производства. Вот что такое капиталовложение. Нету такой вообще категории. Поэтому, так сказать, это видимость, кажется. И категории цены у нас нету, есть плановая цена. У нас поэтому и цены оптовые и розничные были совершенно как бы по-другому устроены. Одни постоянно снижались автоматически, потому что как была устроена цена? Себестоимость плюс нормативная прибыль. Значит, норматив установлен, как вот в войну, 3% к себестоимости. Что происходит с ценой? Ну, себестоимость с ростом производительности труда понижается. А раз она понижается, оптовые цены идут все время вниз. Никаких не нужны решений, ни совета министров, ни объявлений по радио. Они снижаются все время. А вот эта разница между оптовой и розничной ценой, ну а розничным током, если только ее передвинете, она ведь не цена, она плановая цена, другая категория. Значит, вот эта подушка между розничной ценой и оптовой называется налог с оборота. И вот в советское время вот эта величина, сумма налога с оборота примерно столько же составляла, сколько прибыль плановая, которая потом шла государству. Сразу она появляется государство. Государственное предприятие, оно государству принадлежит. Итого, значит, время от времени нужно вот эту диспропорцию, которая получалась так, что вот оторвалась розничная цена от оптовой, потому что оптовая вот туда ушла вниз, а розничная цена осталась очень большой, завышенной. Ее надо снижать, поэтому это иногда представляет, как такое, ну как бы, как любили вот народ, как вот партия заботилась. Это так и было. Она действительно любили, и партия и заботилась. Но это вообще экономическая необходимость, вам нужно снижать цену. Но на что снижать? Наверное, на то, где, там, где выросла производительность труда. А там, где не выросла, не надо там снижать розничную цену. Поэтому с разбором. Вот. Тот, кто помнит еще, как снижали, я еще помню, как снижали цену. Говорит, тут была 2 копейки, там коробка спичек, сало копейка. Да? Или там батон был 15 копеек, сало 13 копеек и так далее. Ну а на мясо зачем снижать? На мясо производительность труда там не выросла, там ручной труд. Поэтому на мясо нельзя снижать, на масло нельзя снижать. И, соответственно, главным источником повышения реального содержания зарплаты что было? Вот сейчас мы требуем повысить реальное содержание зарплаты. Снижение цен главным источником. А это какое-то повышение цен, не повышение, а повышение зарплаты было, потому что у сдельщиков она повышается в связи с тем, что у них сдельная оплата. Ну и надо те, у кого повременная оплата, как-то это дело балансировать. Поэтому до какой-то степени, может быть, надо какие-то моменты тут менять. Но там и повышать зарплату повременщикам. Но это не было главным средством. Поэтому все совсем по-другому было. И надо сказать, что это не совсем и осознанно было. Но вот когда читаешь Сталина про средства производства, блестяще написано, под всем можно подписаться. Совершенно блестяще, четко и ясно. Замечательно. Ну вот это вот, к сожалению, то противоречие, мы можем тоже сказать, что все противоречиво, если Сталина взять как бесконечность, в известном смысле,
в том смысле, что он выразил так эти бесконечные тенденции, прогрессивные, передовые. Ну, есть и идеальные у Сталина. Вот эти его недостатки и ошибки можно представить как идеальные. Ну, идеально, что-то ему мысль пришла такая, вот он ее поставил при обсуждении учебника. А вот то реальное, что он делал, мы по делам его будем судить, оценивать Сталина в целом, по делам, а по делам он, конечно, наиболее последовательный в целом. Представитель, и вождь рабочего класса, заслуженный. И даже для оценки это нужно. Поэтому вот на чем мы остановились, на этом для себя бытие, вот очень важно осознать, что здесь не в том дело, что, так сказать, вот теперь он направил все на себя, а теперь это бесконечность. Здесь по необходимости здесь бесконечное. Здесь нет ничего конечного и ограниченного. Нельзя безграничное развитие. Вот это сама цель производства социалистического, это безграничное ведь развитие. Что можно сказать, мы эту цель достигли. Переходим к следующей цели. Будет такое? Вот эта цель обеспечения полного благосостояния, свободного всестороннего развития, она и сегодня может быть поставлена. Что наше производство в России должно стать таким производством, которое будет своей целью иметь обеспечение полного благосостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества. Она и при коммунизме полном будет та же самая. Но сейчас-то она при коммунизме как долженствование. Как долженствование только. Да. Почему? Потому что для того, чтобы она была реальной целью, нужно совершить социалистическую революцию. Потому что реальной целью сейчас является получение прибыли и все. Прибыль. И больше ничего. Поэтому бесполезно, так сказать, взывать к кому-то или чего-то, так сказать, удивляться. Удивляться, почему набивают люди карманы сейчас, вот все удивляют. Надо же, сколько они денег получают. Так это сейчас построено так, что капиталист – это самовозрастающая стоимость, это персонификация капитала. А как персонификация капитала, удивляться, что капиталисты увеличивают свой капитал, как-то даже смешно. Это странно было бы, что человек был бы капиталистом и не старался бы увеличить свой капитал. Скажем, даже Энгельс, вот, поскольку он это понимал, он как Роберт Оуэн не поступал. Роберт Оуэн бы, когда-нибудь, в конце концов, разорился на своих социальных экспериментах, потому что не построишь социализм в рамках одного предприятия. Потому что кругом конкуренция капиталистическая, вы поднимете зарплату только своим рабочим, снизите свои издержки, и ваше предприятие лопнет. Нет. Он занимался по-другому, этот вопрос решал. Он, значит, средства все время выделял для того, чтобы Маркс дописал капитал. И сам он занимался капиталом. Между прочим, не отвлекался на то, что он будет за конторкой стоять. А второй и третий том доредактировал, это большая работа, которая, как говорится, от него потребовала напряжения всех сил, он же еще и другие вещи всякие писал. И он почти ослеп. Посмотрите, там портрет Энгельса, там видно, что он этих в очках, и уже ничего не видит. Представьте, два тома тебе отредактировать, а у Маркса намечено, как это все это надо, но это надо довести до печати, это колоссальная работа. Маркс, собственно, умер после того, как довел до печати и отредактировал первый том. Это просвещение. Энгельс даже писал, что уже в возрасте, когда был, что я уже не могу писать и нормально читать при свете искусственного, только перед дневной свет, потому что уже ничего не вижу. Энгельс. Да. Михаил Васильевич, они занимались просвещением. Ну, просвещение, это, я думаю, что это очень вы, это вы как вот просветители были в буржуазную революцию. Тогда много было Руссо, допустим, Дидро, Вольтер. И вы их, так сказать, Владимирович обозначили как примерно этих просветителей. Они сильно просвещали людей. Вот они это были просветители. А Маркс и Энгельс, это не просто просветители. Это они вели классовую борьбу в сфере теории и в сфере идеологии. В целом, в сфере теории, потому что они развивали, вот Энгельс прямо выделял как форму классовой борьбы, теоретическую борьбу. И второе, они вели идеологическую борьбу. А идеологическая борьба просто шире теоретически. Она, конечно, теоретически составляет часть идеологической борьбы, но надо еще непосредственно выступать против конкретных авторов, так сказать, критиковать их, ставить их на место. Вот, скажем, Маркс написал книгу с критикой Прудона, который выступил с книгой, которая называется «Философия нищеты». Не философия рабочего класса, а философия нищеты. А он написал Маркс книгу «Нищета философии» и разгромил тем самым Прудона. И Прудон перестал быть вождем. А он рассчитывал на то, что он будет
вождем. И это тот вождь, который завел бы совсем не в ту сторону рабочее движение. Вот. И антидюрин, то, что вы сказали. Дюринг, вот зачем Энгельс взялся для этого антидюринга? Потому что так много стало о социализме расписать Дюринг, что он прямо стал социалистический, так сказать, такой теоретик. У нас таких теоретиков сейчас тоже очень много. Поэтому очень, кроме того, что мы должны изучать и разбирать, что сейчас происходит, мы должны реагировать на такие выступления, если они начинают получать общественное какое-то звучание. Вспомните недавнюю историю, в которой мы участвовали, это история с тем, когда газета «Рабочий класс» во главе со своим главным редактором публиковала обширные статьи некого Новака, который претендовал на роль великого теоретика, если вы вспомните. И наши товарищи, видя, что это вообще колоссальный вред, если такие люди на Украине считаются теоретиками рабочего движения, марксистами там, и ленинцами, с такой позицией, которую у Новака, и печатаются в газете «Рабочий класс», да, то, и в которой вроде пользовался уважением и широким распространением, то это ни к чему хорошему не приведет. Это привело именно к тому, что вот к этим событиям, которые начались на Украине, полностью разоруженным, эта вот группа людей привела этот рабочий класс. А что касается других там выступлений, они, так сказать, не широки на Украине. И вот наши товарищи, в том числе здесь присутствующие, выступили с самым рядом статей с критикой этого самого Новика. Помните, еще товарищ с Украины здесь к нам приходил? Вот. И он очень хороший написал по поводу этого пана Новака. И это все висит у нас на сайте Фонда Рабочей Академии, вся эта полемика, она осталась. Это просто опасная была очень тенденция. Она опасна еще и не только тем, что она для Украины, она вообще опасная была во время движения. И посмотрите, какое отношение там к диалектике вообще, к теории марксистской, к ее изучению. Вот. И если бы мы, скажем, никак на это не среагировали, то, в общем-то, сказали, а что это учить тогда этот марксизм, когда вот тут уже и готовое, прямо в рот клади, мы тут мучаемся, пытаемся понять, а уже тут все разъяснено. Так очень просто и понятно, но не то. Как у нас вот сегодня уже есть сообщение, что сыр будут снимать с полок фальсифицированный сами магазины, потому что они из сети, они не хотят, чтобы к ним контролеры заходили, потому что контролеры, наверное, не только с полок будут снимать, но они еще будут людей снимать, и, возможно, еще потом после этого будут сажать, и еще, возможно, они будут взятки большие брать, чтобы не сажали их. Поэтому они решили сами. Но сами, интересно, вот я вот сегодня прочитал в газете «Коммерсант», но сами они будут снимать так, со второго раза. То есть, если я обнаружил у вас на полке, что лежит сыр, в котором пальмовое масло, а, собственно говоря, не сыр, вместо фальсифицированный, то есть другой продукт, не тот, который обозначен, то со второго раза будем вас только снимать. Вас, если вы нашли фальсифицированный продукт, почему же вы не снимаете с полки? А вот так это будет здорово снимать, чтобы и не снимать. Это называется рефлексия с отрицанием. Только диалектически это можно понять, как они делают. Возвращаемся, следовательно, к этой самой категории для себя бытие. То есть она категория очень звучная. То есть категория для себя бытие, она ее вот в такой-то формулировке ее не называют. Да? А вот превращение рабочего класса из класса в себе класс для себя, я не знаю, кто из этих нынешних идеологов там, или деятелей, которые претендуют на какие-то позиции в коммунистическом или в социалистическом движении, кто будет с такими делами не выступал. Они с этими делами выступают, но они не понимают, о чем они говорят. Они не понимают, что действительно вот рабочий класс, он носитель этого вот бесконечного начала. Безграничного в этом смысле. И носитель безграничного развития, нет никаких границ. И что... То есть рабочий класс делает на этапе уничтожения классов то, что не сводится только к уничтожению классов. Потому что смысл уничтожения классов не в том, чтобы они просто не было социального неравенства, а смысл в том, что развивать надо всех членов общества, всех, все общество. А раз вы будете все общество развивать, естественно, классов не будет. Поэтому это вот цель обеспечения полного благосостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества сформулирована в 1903 году. И тем самым попавшая в программу партии, которая была и во второй программе, и которая выпала из программы партии в 1961 году, и которая снова включена, скажем, в программу
рабочей партии России, программа Российской коммунистической рабочей партии, она никуда, в общем-то, из политики тоже не выпала. И эта цель, это та цель, которая останется, когда и классов не будет, а что после этого не надо будет обеспечивать полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. И если этой целью руководствоваться, а не целью удовлетворения потребностей, понятно, что, скажем, вот Владимир Ильич поднимает все время тему, так сказать, ненормального развития городов и деревни. Так это нормальное развитие к чему сводится? Ликвидация неравенства между городом и деревней. Скажем, Маркс и Энгельс видели не так картину, что будут огромные конгломераты, города, в которых люди без воздуха и без природы существуют, и, так сказать, обездоленные деревни, да, не, так сказать, в которых все изъято, люди изъяты, и они, так сказать, умирают. Вот совсем не так это понималось. Понималось так, что то, что лучшее, что есть в городе, будет попадать в деревню, а города будут не превращаться в огромные чудовища, а будут города-сады. Через 4 года, как говорил Маяковский, здесь будет что? Город-сад. Так город-сад, а не город-ад. А тут получается, что через 4 года здесь будет город-ад. Почему в Москве там перешли к платным парковкам? А потому что, говорит, как они не двигали, там бесконечность дурная, давайте мы еще одно кольцо, второе кольцо, третье кольцо, и все закольцевали, и поняли, что все равно никак не увезешь на личном транспорте, потому что 11 миллионов, а сейчас, наверное, когда прибавили, там, наверное, не 11, а 15, я еще не считали людей. 11 была до расширения. 15 миллионов вы увезете на личном транспорте, да, это смешно. Поэтому они поняли, единственный способ, платная парковка, смысл которой состоит в одном, поставить на прикол личный транспорт. Вы купили? Отлично, Павел Борисович, теперь давайте поставим вашу машину на прикол. В Петербурге то же самое будет. Да то же самое будет, а одеваться не уже. Это во всем мире. Это во всем мире то же самое. То этому, вот вам, запретить вот вам дурная бесконечность, и, соответственно, вы. Ну это же не город-сад. Давайте, говорит, вы на велосипедах поезжайте. Как так вы сейчас поедете, это же смертельно опасно в Ленинграде ездить. Что, в Москве хоть велодорожки сделали? Где вы видели хоть одну велодорожку? Ну, люди, так сказать, осторожные теперь едут навстречу движению по краю. Они в случае чего раз сразу на тротуар. Потому что, а если он будет ехать по ходу движения, так его собьют. У нас есть отчаянные люди, они не только на автомобилях едут, на велосипедах. Это самые смелые люди. Чем собьют? Не с проезжей части, а с пешеходного тротуара собьют. И с пешеходного могут сбить. Тем более есть такие машины, велосипедокосилки, знаете, как вот такая, да, тележка на двумя колесами. Когда человек поворачивает автомобиль, то эта вот тележка заезжает куда угодно. Если вы не смотрите за тем, что сзади едет, то вас это дело захватит. Слепцы. Так, возвращаемся мы к категории для себя бытия. Значит, очень важно понять, что это вот бесконечность. И что это безграничная категория. Безграничная не в том смысле, что бесконечно ее можно изучать. А ты конечно в том смысле, что нет здесь границы. Границы уже. Это отрицание границы. И вот что надо понять? Вот какой итог ее изучения у нас должен быть? Что это отрицание. Она уже бытие, но как отрицание. Вот это конечное отрицалось, но это конечное же осталось как момент бесконечного. И поэтому само вот это бесконечное, оно как бы в себя-то включило эту границу, правильно? Вот отрицание, в смысле, первое отрицание было, когда мы начали... Первое отрицание никуда и не делось. Оно не только было, оно так и развивалось, определенность. Качество – это просто временное его понимание, как бытия, хотя оно ведь отрицание. А вот уже реальность – это ее, опять-таки, понимание, как бытия, тогда, когда оно не бытие, то оно все равно отрицание. И, наконец, оно соединилось, и вообще это нечто, посмотрите на нос этого нечто. Нос-то отрицательный. Я так понимаю, там... Нечто первое. Не, стоит впереди. Нечто. Вот оно отрицание. Отрицание, которое выступает как положительное. Оно приобрело положительный характер, хотя оно и отрицание из отрицаний. Нечто. И, наконец, вот его... Вы хотели что-то сказать? Не, ну, я понимаю, что отрицание... Как-то отрицание получается, что бесконечное начало отрицается как дурная бесконечность. И... Истинно бесконечно как раз есть отрицание и конечности как таковое, так и отрицание этой конечности как дурного бесконечного. Но это все равно отрицание конечности. Отрицание конечности во всех формах – это абсолютное отрицание всякой конечности. А конечность – это отрицательная. Правильно? Конечность – это отрицательная же категория. Вот.
Вот надо, то есть надо видеть, что это вот он как раз вот здесь, когда подходит вот уже для себя бытиевый, в завершении этого рассмотрения категорий, он подчеркивает, что вот идет это все развитие отрицания, и вот наконец отрицание само себя отрицает. И вот это для себя бытие, это есть восстановление бытия, но не такого, которого прямо вот содержит в себе отрицание. Оно в себе содержит все как снятое, конечно, все. Мы же знаем, что все предыдущее. Если оно содержит что-то как снятое, это и в дальнейшем будет себя как-то проявлять, правда? В дальнейшем развитии. Потому что иначе непонятно, откуда выскочит там снова качество, и качество как единство с количеством, и мера, и далее. Понятно, что иначе непонятно будет, а как будет, что тогда, почему тогда снимается это самое вообще вся сфера бытия. Снимается же, опять отрицать. Откуда она? Откуда это? Потому что отрицание никуда же не делось. Но оно ушло куда-то вглубь. А вот для себя бытие выступило как вот, ну, первая такая категория отрицания. Как бесконечное, как снова бытие, но как отрицание. А то все было бытие с отрицанием, с внешним отрицанием. Есть бытие, есть небытие. Есть бытие, есть ничто. Есть бытие, есть небытие. Есть реальность, есть отрицание. Есть нечто, есть иное. Так? Рядом, все рядом. А здесь нет ничего рядом. Здесь нет ничего рядоположенного. Здесь вообще нет. Это все категории отрицательные, и ничего такого рядом, внешнего отрицания нету. Поэтому оно для себя бытие. Так, да? Вот это очень красивая категория. Почему? Потому что так вот дальше там идет вот дальнейшее движение уже, оно все базируется на понимании этого. Потому что если взять просто одну фразу, которая говорится про количество, как вот вы одной фразой сказали? Что такое количество, Павел Борисович? Одним предложением. Стремность. То еще, очень лапидарно, конечно. Я вам предложил свое предложение сказать, но это очень длинно. Кирилл Борисович, а вы как скажете? Так. Владимир Александрович, что думает проректор по сердце части Красного университета по поводу чего? По поводу того, что такое количество. Ну, количество вот там вот. Я хочу сказать, что это, конечно, удивительно, вот у Гегеля, да, читаешь, ничего непонятно, потом смотришь 50-й раз. Все понятно. Да не просто понятно, написано четко, ясно, вот, ну, ясным языком. Все без различных качеств. Не, там получается как безразличное единство этого отталкивания и притяжения. Так, у нас не опрошен остался вот Борис Николаевич, а вы что скажете? По-вашему, что такое количество? Когда отталкивание и притяжение находится в равновесии. Не догоняешь. Почему это не дойдешь? Определенно ставшее безразличное для бытия. Ну это тоже он говорит. Но я хочу обратить на более, есть такое более глубокое там высказывание, которое всем понятно здесь присутствующим. Что количество это снятое для себя бытие. Вот и все. Как просто. Ну, не совсем просто. То есть надо знать, что такое снятие. Надо еще понять, почему без себя бытие снимается. И ставится. Нет, для того, чтобы сказать, это не надо понимать. Нет, это сказать не надо. Не надо это понимать. Надо, значит, сказать, а потом можно это понимать. Но написано, вы читали это у Гегеля? Да. Я вот уверяю, что вы наверняка это читали. Читали. Просто вот, ну, что из этого? И это сказано, и это сказано. Нужно разные. Суждение же могут быть. Такое суждение. Какое суждение всеобъемлющим является? Вот когда вы говорили для себя бытие, вы там очень хорошо сразу. Вы обратились к тому, что это снято это становление. Тут вы к происхождению обратились. А тут в самом начале, когда мы начинаем только рассматривать для себя бытие, вот берем его для рассмотрения, что мы вначале должны сделать? Посмотреть, откуда оно произошло. Вот тут что? Количество, когда мы рассматриваем. Из чего оно взялось? Вот уж количество, вот потом мы уже не должны, если только на родителей ссылаться, сказать, вы уже сами должны думать, вы уже даже сами отвечать за свои действия. А когда вы в самом начале берете, ну, когда в начале берете, то только родители.
И здесь вот, если мы берем количество в самом начале, это снятое для себя бытие. Детям в роддоме бирку вешают семейным родителям. Да, на всякий случай, чтобы они не убежали. Чтобы не попало, денежки надо. Для этого дают этому ребенку фамилию на всякий случай мужа, потому что мать-то и так ясно, кто. На всякий случай Михаил фамилию отца. Михаил, можно сказать, абстракция какая-то. Это сказать абстракция, это ничего не сказать. Надо, вот мы уже сказали, что это снятое для себя бытие. Если мы понимаем вот это вопрос на обдумывание, правильно? Если это снятое для себя бытие, то, следовательно, значит, это не просто это вот для себя бытие, а тут надо его удержать и пойти дальше. А дальше пойти, вот у нас на сегодня осталось 2 минуты, но 2 минуты это очень много, потому что по какой же дороге мы пойдем? Поскольку это отрицание, поскольку все иное вобрано, и поэтому раз, два отрицания, и это, вот вам это самое отталкивание. Вот это отталкивание, когда выталкивается, то же самое для себя бытие выталкивается наружу. А где это наружу? А нет никакого. Никакой наружи, никакого иного. Поэтому получается это отталкивание, не так надо понимать, как говорит Гегель, что это вы что-то появляется, они разрываются и идут, так сказать, как отдельные разные два для себя бытия. Нет, они отталкиваясь, все равно остаются одним для себя бытием. Одним для себя бытием. И вот получается, что. А раз одним, то значит есть и притягивание. Но притягивание не в том смысле, в каком физике, дескать. Отталкивается и притягивается. Хотя там тоже, это тоже имеет смысл тот же. Но они, потому что, вот скажем, никакого вакуума, вакуум это, как известно, не пустота. Как теперь хорошо известно в физике, правильно? Поэтому, и уж по крайней мере, то, что электромагнитные волны там присутствуют, а это тоже форма существования материи, это тоже всем известно уже и ясно. Но тут-то вообще вот все само устройство вот этого для себя бытия, это оно таково, что здесь отталкивание есть, то есть оно продолжает движение. Мы эту дискуссию закончили, что все движется. Все-таки. Что все движется, движение есть. А куда движение? А оно только из себя выталкивает. Чего оно выталкивает? Что оно выталкивает из себя? Само себя и выталкивает. И поэтому, получается, с одной стороны выталкивает само себя, вот это одно. Но это одно неразрывно связано с этим одно. И никаких этих два одно нет, это все одно-одно. И вот это одно-одно может быть взято и как все. Вот. В целом это одно. Это получается, так сказать, если одно, это некая дискретность. А когда вы берете одно, как одно целое всех этих одних, которые ничем не отличаются одно от другого, потому что никакое это не другое, а такое же одно, то получается непрерывность. Единство дискретности и непрерывности. И тогда вот все то, что там дальше говорится, тогда это более-менее становится понятно. Тогда вот просьба поэтому это все, естественно, перечитать. Пересмотреть, и в следующий раз, который у нас будет, сегодня у нас 8 плюс 14, 22, да? Михаил Васильевич, дискретен, а вот слово порционен, может, да? Подходит к этому? Порционен, свет говорят дискретен и порционен. Подходит, подходит, там он, у Гегеля говорится, для этого существует там такое понятие, как квант. Квант, квант он берет определенное количество. То есть как некое одно. И там еще, обратите внимание, вот интересное рассуждение про градус, потому что когда мы берем просто количество, мы берем, так сказать, как бы множество в целом. А когда мы берем градус, то оно обозначает и всю величину, этот градус. Но последний градус заключает в себе всю величину. 29-й градус заключает все 29 градусов, правильно? А не то, что. А 28-й только 28. А не так, что каждый градус только по единичке. Тут не 29 градусов в единичке, а 29 градус содержит в себе все. Поэтому вот с этой точки зрения, с точки зрения вот снятости этого для себя бытия, непривычно читается. Это почему непривычно? Потому что мы в непривычном состоянии. Мы все уже настроили свою голову на то, что вот мы все и двигаемся, это наличное бытие, вот оно определенное. Вот оно и конечное, вот у нас границы, и все это красиво, и нечто, и иное, все хорошо. Вдруг раз, опять все испортил Гегель. Испортил тем, что, значит, что эти все различия сняты, что здесь отрицание и отрицание. А с отрицанием и отрицанием мы, с одной стороны, не имели дела, а с другой стороны,
Вот уже здесь берутся категории с отрицанием. И он, если говорить о том, как методически построена наука логики, методически, как будто бы он вот методист был, который думал о методике преподавания. Но лучшей подготовки для восприятия учения о сущности нет. Мы уже сейчас должны иметь дело с такими категориями, которые берутся с отрицанием. С отрицанием. А когда мы перейдем в сферу сущности, она такая тоненькая, но изучать ее можно. Я когда пошел в больницу на 2 недели, я взял эту науку логики учения о сущности. Мне вот так хватило и много-много осталось. И все очень интересовались, что я так долго читаю такую тонкую книгу. Эту тонкую книгу можно очень долго читать. Почему? Потому что там вот то движение, про которое даже Ленин говорил, что ну, насчет того, что движение от ничто к ничто, это, пожалуй, не может быть. А вот то, что от ничто к бытию, это да, а вот от ничто, пожалуй. Но слово «пожалуй» поставил, как человек аккуратный, осторожный, пожалуй. Не стал резко говорить, что не может быть, потому что это требует, как Ленин пишет, вернуться еще раз, перечитать, и вообще он говорил «штудировать». А что такое «штудировать»? Второй раз, и третий раз, и четвертый раз пройти по тем дорогам, по которым ходили. Потому что великие вещи, ну, требуют того, чтобы к ним обращались неоднократно. И тогда можно добыть эти самые вот сокровища, которые там есть. Потому что сокровища сразу не даются. Они, и даже, скажем, алмазы, из которых можно делать бриллианты, не блестят, как эти бриллианты. Когда они вот просто природные алмазы, конечно, они так не выглядят. Как их можно сделать после огранки? Еще и в кимберлит засунут. Да. Да. Вообще не видно. Да. На этом, я думаю, мы сегодняшнее занятие закончим. Оно, по-моему, прошло достаточно полезно и интересно. Вот. И говорит о том, что над этой категорией надо еще подумать. Надо подумать, и мы, конечно, будем и дальше двигаться. Понятно, что будем двигаться дальше. И будем двигаться дальше, несмотря на то, что у нас там некоторые вещи еще не до конца продуманы, еще надо к ним возвращаться. Это предполагается. Это не значит, что мы должны вот остановиться. Мы вот в таком стиле кружок вначале делали, что каждый раз мы начинали сначала. А сейчас мы все-таки будем двигаться дальше. Но это предполагает, что все, кто у кого, так сказать, есть какие-то непонятные вещи, он должен сам к ним вернуться, поизучать и подойти к тому уровню, на котором мы сейчас вот проводим.